Ну иди вот так, трохи сбоку. Кто там с такой торбой, то разводит. Добро, срать надо. Да вон я не ту плыну. У вас же они слять только до воды. Видишь, как пенди. Добрые не пойдут. Давай, давай, давай ту на. То хиба ты на, где третий? Ну, мало ли где. А как пенди, ну как пенди. Как он плывет быстренько. Честь! Честь! Ну жуть это что? Я что-то на тебе. Не, давай жуть не, трохи. Я... Ні, ну він відплине зараз. Нічого, ніч з того. То одійдеш там десь даш. Даш мені, я одійду. Бо він зараз відплине, жуть йому, ковалечик. От, він би відео вже. Вже тут щось бенді, так? Дай мені ковалик того хліба. Ну, не один, а несколько. Еще не давал. Ну ясно, я буду тому давал. А где станцети? Ты давай, когда ты подплыни ему, давай, чтобы он... Чтобы тен мял. Едночестный жутимый, чтобы он не жутился. Давай, давай, жуцай. Ок, ок. Ну, по принаймні я йому дав, дай трохи, бо ми... дай мені, дай пару кусочків. Що ти такі мілки? Щоб такими давати. І головне, срамні так чуть-чуть. Добре, ще утки пливуть. Ну, дав же тебе. Давай жуться, коли він взяла утка то забере. Ну так вот эти качки тут приплыли, этот
глупый. Во, только одна из трех досталась ему. А качки, качки атакуют. Чаек чусь не видать. Добро, даваешь, как кому достанешься, тому достанешься. Так, дитяки. А тен хиба подрос тен. Не? Не выдается, же он уже зобач. Крупнейший такой стал. Сегодня 8 ноября. Погода отвратительная. Аж до завтрашнего дня. Но завтра будет прекрасный солнечный день. На недельку где-то. Целую. Так передали. Ну. Все отдала? Да, мало. Ну что ж, не то так, гостиниц. А где ж там та третья? Там третий. Хиба то было? Или это и есть та лебедишка? Вот тут был крупнее, или это лебедь? Непонятно. Смотри. Ворона водоросли захватался. Прохладно сегодня. Ну, качка полетела. Да, если сейчас градусов 8, то вода, наверное, градусов 5, если не меньше. Thank you.
Ну что, Кудя, рискнем пойти там по дорожке через парк? Ну, болото влезет. Ну, выберем только дорогу. Я бы не хотела по болоту влезть. Не, выслушай. Нет, ты меня выслушал. Был, когда я ходила... Я понимаю, слышишь, там есть эти... Я хочу тебе тропинки, что-то дороги, а не эти. Я хочу тебе что-то сказать. Ну? Что еще не высохло, потому что не было погоды. Послушай, там есть такие самые дороги, которые вот эти посыпают так, знаешь, гравием таким. Ну, не хочу этого. Ну, и там можно белочку встретить. Никаких белочек, ты ночью не встретишь. Какой ночь? Пол пятого. То что, не идем тогда туда? Ну давай поворачивай, что идти. Если не идем, то не идем. Или может вот люди все идут вот по этой аллее выйти? Ну ладно, идем. Так сказать, приключения искать, так искать. А не это. Вода хорошо волнуется. Главное, туда плывет и тут волна. Я вспоминаю, как по ней Кристина, покойница, нас на лодку посадила, а меня страшно укачало. Меня так тошнило. На, ты на Мазурах тогда? Да, да. Это было уже давно, в 90-х годах, ну, по крайней мере, в 95-м, 96-м, может, но не раньше и не позже. Видишь, какая аллейка, он же там, забудь, как тут мало месяцев, я имею в виду, вон там уже это, как ее, аллея, как ее, не, ну, это не Зеленецкая. На приключение пойдем туда, прямо, только прямо. Прямо? Да. Я бы свернил вот на эту аллею, тут тоже аллейка. Вот. Добрый. И только уже ни в коем разе не скринсать на те тропинки к берегу. Угу. Вот там наверняка уже калюжи или грязь. Хорошо. Вроде бы только было жарко, закатал этот свою шапку. Сейчас смотрю, ветер. Так подожди, может спустимся, может перестанет. Иди на ушки. Кукушки мои замерзли. Что ты хочешь тут идти? Ну, не, вон, видишь, дорожка аж до самого этого. Идем смело. Где до самого? Ну, до моста. Дыши полной грудью, глубоко так. Добро, добро. Все, я сам. Еще не тем. Темно тебе. Ну, кто-то бегает с телефоном. Главное, никого не видно, а галдят. Ну, правда, еще 5 часов нет. Вот мы сейчас сюда свернем, наверное. Да? Thank you.
Люди вот так трохи з боку. Хто там з такою торбою, то розвозить щось, не? Ну, торба така, знаєш, як обычно розвозять. Там різні еди, замовлення. Почему на ровере? Добро, темно, темно. Ну, торба така, знаєш, як обычно розвозять. Там різні еди, замовлення.